На совещание пригласили представителей оптовых предприятий и розничной торговли, чтобы познакомить их с изменениями в организации дорожного движения, которые будут действовать на курорте в период Мундиаля. В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке. Речь идет именно о грузовом транспорте. Здесь ограничения будут действовать только в дни матчей, то есть 15, 23, 27, 30 июня и 7 июля. Период с 7 утра до часа ночи. Учитывая, что чемпионат мира – это большое скопление людей, значит и автобусов, значит и мы должны сделать более комфортным и разгрузить наши дороги, будет, наверное, обсуждаться вопрос по осуществлению вечерней доставки товаров, подвоза товаров на предприятия торговли, общественного питания в дни проведения чемпионата. Также ограничения движения неаккредитованного транспорта будут действовать в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку и в центре города, в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля включительно. Фестиваль пройдет на Южном Малу.